Я никогда не участвовал в заговорах, но начинаю понимать, каково это, когда все вокруг сговорились. Если выйдете за пределы территории, вам придется покинуть остров. Во время визита к вашему клиенту рекомендуем надеть хиджаб. Заключенные, бывало, плевались в женщин-адвокатов. Хотите представлять вербовщика террористов 11 сентября? Мохаммед Ульцлахи, мавританец, сидит в Гуантанамо. Завербовал людей, направивших самолет вашего друга в Южную башню. Он посадил этих людей в самолет моего мужа? Он заплатит, обещаю. Если заключенный на вас нападет, отойдите от стола, мы сразу прибежим. Я Нэнси Холландер. Это моя помощница. Хотим представлять вас в суде. Нам нужна только смертная казнь. Если что-то упустим, он выйдет на свободу. За работу. Позвоните по этому номеру, поговорите с моей матерью. Скажите, не знаю, что-то хорошее. Американское правительство содержит в Гуантанамо 700 заключенных. С каких пор мы сажаем людей в тюрьму без суда и следствия? Есть что почитать. Обвинение скрывает доказательства против вас. Здесь все удалено. Все вопросы к правительству. Все эти годы мне говорят, ты виновен. Не в том, что я сделал, а из-за подозрений и домыслов. Я не виновен. Его допрашивали и удерживали против его воли. За 6 лет не выдвинули ни одного обвинения. А вам не стыдно работать на это чудовище? Я защищаю не его, а верховенство права. Вы не видели то, что видел я. У меня на родине мы не доверяем полиции. Но я не думал, что Соединенные Штаты Америки будут использовать страх и насилие против меня. Пара бессонных ночей и все. Я никогда не участвовал в заговорах, но начинаю понимать, каково это, когда все вокруг сговорились. Все очень просто. Либо работай в команде, либо проваливай. Ты должен рассказать, что с тобой случилось, иначе я не смогу тебя защищать. Вы просите меня поджечь место, где я сижу! Может, он виновен? Может и так. Мы делаем свою работу. Семья не хочет меня видеть, не это моя работа. Если я ошибаюсь, то когда придет время, я буду тем, кто за все ответит. С чего ты взял, что ты лучше, чем все мы, а? Я не считаю, что я лучше кого-то. В этом и смысл. 8 лет я мечтал оказаться в зале суда. Теперь я здесь, и мне страшно. Кажется, я знаю, почему Гуантанамо построили именно здесь. Мой клиент не подозреваемый, а свидетель. Мистер Слахи, поднимите правую руку и повторяйте за мной. Мавританец.